Земельный участок, где высажены декоративные деревья и кустарники, находится на краю села Гриманкоуце, расположенного у молдавско-украинской границы. Pe peniera lui Petru Panteleiciuc se întinde pe o suprafață de peste 3 hectare. Aici bărbatul crește zeci de specii de plante decorative. Afacerea a pornit de la pasiunea sa pentru biologie încă de când era mic. Scurta mea viață, mai multe... У меня были разные профессии. Я служил в полиции, занимался спортом, но решил остановиться на сельском хозяйстве. Это моя страсть еще со школы. Была такая дисциплина, ботаника. У меня всегда была высшая годовая оценка. Свое дело Петр начал в 2012 году. Большая часть саженцев приобретена в Польше, но есть и молдавские. Инвестиции составили порядка 1 миллиона леев. Предприниматель говорит, что в его деле главное терпение и желание работать. Иногда приходится работать по 18 часов в сутки. Нужно прилагать много усилий, чтобы был результат. Декоративным растениям нужно уделять больше внимания, чем их лесным сородичам. Нужно опрыскивать от вредителей, вовремя поливать, подстригать. Последнее Петр делает сам, придавая каждому растению экзотическую форму. Цена на такие деревья начинается от 100 леев. Вот туя, хвойное вечно зеленое растение. Она может расти и 100 лет, если ее ничего не потревожит и будет правильный уход. Вот самое дорогое наше дерево. Его диковинная форма определяет его стоимость. Лично я подстригал. Стоит 10 тысяч леев. Петру Пантелейчуку 40 лет. Он воспитывает 6 детей. Большая семья помогает предпринимателю ухаживать за деревьями. Светлана Турку, Виктор Могыл, Диакчент ТВ.